Калмыцкий поэт Хасыр Сенбелгин. Его жена Мария Алексеевна. Их разлучил 37-й год. На 2 десятилетия. Это фотокарточка он оставлял. И надпись на фотокарточке на обороте. Смотри мою фотокарточку и не забывай меня. Жди меня. Все равно я вернусь живым. Если не живу, не вернусь живым, то хотя я мертвый, все равно я буду любить и охранять тебя. А вот Зургам Авыч, Эйна Зургам Халягыч, Намага Бича Мартыч, Амды Йосун Хёйны, Чамага Мартышкол, Бичамды Дуртав, Юксин Бийм, Чамага Халяга Дёху. Вот. Потом еще. Бичамды Келлюсю, Бичот Гелюсю, Намага Сомслач, Насандами Самарлач. Вот. Не выходи никогда за другого замуж. Вообще. Вот. Если выйдешь, никогда счастливый. С ним не будешь. Видите, перевод вот так звучит, а это так звучит по-калмыцки. Вы выполнили его завет? Я выполнила, я сказала, буду ждать. В 43-м судьбу поэта разделил его народ. Весь, от мала до велика. Старики, женщины, дети, воины-фронтовики были лишены родины, стали спецпереселенцами, только за то, что они калмыки. Указ о возрождении республики был издан после 20-го съезда партии. Супруги Лукьяновы познакомились в Сибири. Приезжали к нам сваты с Владимира и говорит, что ж у вас за республика, мы не слышали ваш язык. Спросим у старика какую-нибудь дорожку там или улицу, он нам чешет по-русски. Спросим, говорит, у бабушки, она тоже по-русски. И мы, говорит, даже не слышали ваш родной язык. Вот так, все возмущаются. Хорошо, если бы у нас было, знаете, таких вот кугультиновых, несколько человек на республику. Но он один, ему очень трудно. Он даже сейчас якобы в университет пошел преподавать калмыцкий язык. Вот так. У республиканской газеты на калмыцком языке 7700 подписчиков. Горничная тетя Маша Макаева. Сейчас больше нас женится на русских, замуж выходит за русских, русские женятся на калмычке. У меня вон два дяди были, в Сибири женились на русских. Дети большие, взрослые есть. Ну. И вы мы уже... считаете, надо знать язык? Да, конечно, надо, а то морда-то калмыцкая. Язык нет, не может быть. Ну, сейчас тут тоже в школе говорят, учат. Уже калмыцкий язык урок создают учить. Поэт Давид Кугультинов. Мы, народ южный, попали не только на север, но мы были разбросаны по всей Сибири. И калмыки жили семьями, разразненно в селах,
поэтому, естественно, язык теряется. Когда живут люди компактно, говорят на своем языке, а тут были поставлены такие условия, когда вымирает язык, вымирает народ. Вот в чем дело. И обречены были, если бы еще немного, была бы поставлена точка. Были бы узкоглазые так, но калмыков бы не было. Актер Сергей Мучеряев. Художники сидят в своих норах, писатели сидят на своих диванах, артисты сами себе где-то в степи там в пыли лазят. Так нам нужно вместе как-то собраться, сказать, давайте, мужики, вздрогнем, ну сколько это можно делиться на племена? Племена-то уже кончились давно, мы не знаем языка. Если б я знал как торгуто-рудский язык хорошо, а вы как дарюй-дарюйский язык, это еще тогда можно поспорить. Но когда мы оба не знаем языка, зачем же нам делиться? Мы просто калмыки. Нам нужно свою культуру поднимать. И от этого все. Мне кажется, что нам нужно. Нам литературу двигать. Потом у нас есть калмыцкое радиотелевидение. Почему оно называется калмыцким? Потому что калмыки здесь живут. Местный литературно-художественный журнал выписывают 5500 человек. У меня боль есть. Я не побоюсь в эфир, во весь Советский Союз, в мир сказать. У меня пришла апатия полнейшая вообще ко всему. Потому что у нас ничего не двигается. Один я ничему не могу двинуть эту нашу калмыцкую культуру. Не могу я двинуть. У меня болит душа. Не могу. Я болею за этот язык. Не могу я. Потому что, допустим, я приготовил калмыцкую программу на калмыцком языке. Иду в пединститут. Ага. Записали мое имя, отчество, телефон, ага, пригласим, до сих пор приглашают. Ходил к этому народному поэту Иранжену, на дом читал я его, на его стихи, на стихи Кукультина, у меня композиция на калмыцком языке. О, Сережа, молодец, я тебя буду таскать по всем факультетам калмыцким, все такое, до сих пор таскает. Я сам навелился к одному кандидату, своему товарищу, говорю, я говорю, мне это не нужно, я говорю, твоим студентам нужно. Говорю, послушай, вот дважды ходил в университет, читал на их курсах свою композицию. На этим преподавателем калмыцкого языка ходил, тоже тишина. Ну, преподаватель калмыцкого языка я понимаю, потому что если я читаю эту композицию, они из сотни слов, если 20 слов поймают, это... Мне больно, мне не хочется идти туда, в эту школу. Столица республики Элисте, изучение калмыцкого языка обязательно в одной единственной школе.